Пока казахстанские выпускники только готовятся к выпускному балу и главному экзамену страны, несколько тайских абитуриентов утратили этот шанс навсегда. Пятерых выпускников поймали с хай-тек-шпаргалками. Они нашли новое применение умным часам и очкам с камерой. Ребята могли бы поступить в медицинский университет, если бы не попались на мелочах. Такие умные часы и очки с камерой пятеро тайских абитуриентов пытались использовать в качестве хай-тек-шпаргалок. С их помощью они намеревались поступить в медицинский университет. Школьники сами снимали задания, отправляли их своим репетиторам. Провалились они на мелочах. Оправа очков оказалась абитуриентам не по размеру, что, собственно, и привлекло внимание проверяющих. Странным показалось и то, что трехчасовой экзамен обманщики написали за 45 минут. Мошенников штрафовали на 6000 батов каждого, это около 170 долларов, и внесли в черные списки. Отныне путь в университеты для них закрыт навсегда. Репетиторы отвечали на все вопросы и отправляли сообщения на умные часы нанявших их абитуриентов. Такое у нас впервые.